Для Марины Пашукайло спорт – неотъемлемая часть жизни. Уже более 3 лет девушка начинает свой день с пробежки на Боевке. Это самое лучшее место в нашем городе, самое зеленое. По сути, это, наверное, один единственный парк для прогулок, отдыха. Но очень печально, когда люди просто-напросто уничтожают природу. Для них стараются, делают, но люди это воспринимают как должное. И не относятся к этому месту с таким трепетом, ну, которого оно действительно заслуживает. Чистый воздух, пение птиц и улыбки спортсменов. Весенняя Боевка завораживает и заряжает позитивной энергией. Тут очень хороший микроклимат. Дело в том, что люди, которые здесь постоянно уже занимаются, все друг другу знают, утром желают всего хорошего, доброго утра. Тут приходишь, тут такая аура чудесная просто-напросто. Поэтому то, что здесь как-то особо охраняемую территорию делают, это просто, считаю, замечательно. Боева дача не только излюбленное место отдыха курян, но и дом для животных и растений. Это территория 188 гектар, чуть больше. Здесь обитает 224 вида. Среди этих видов есть такие, например, краснокнижные, как гриб витадини, внесенный в Красную книгу Российской Федерации. Теперь в парке запрещено мусорить и мыть автомобили. В местах отдыха больше нельзя выгуливать собак. Здесь территория зонирована. Есть 3 ядра, где сохраняется первозданная природная ситуация, сложившаяся за, ну, без малого, почти 100 лет. Есть зона, которая нацелена на рекреацию. То есть вот, соответственно, в разных этих зонах будет разные запреты, ограничения. В ближайшее время в парке проведут уборку и избавятся от больных деревьев. Также здесь установят дополнительное освещение, обустроят газоны и клумбы. Вблизи пляжей появятся спортивные площадки. Станислав Костиков, Алексей Еременко. События дня.